В медицинском сообществе региона большое событие. В Иванове открылся второй центр доктора Бубновского. Всего их больше сотни по стране. Здесь проводят реабилитацию по десяткам диагнозов. Больных суставах и позвоночнике, остеохондрозе, артрите и множестве других. Методики лечения на современных тренажерах, разработанных самим доктором Бубновским, позволяют вернуть потерянное здоровье. Рады открытию центра родители особенных детей. Он дает комплексный спектр услуг, который направлен на достижение определенной цели. Специалисты, которые здесь работают, они несут ответственность за результат. И у нас в организации «Солнечный круг» есть уже такие семьи, которые могут похвастаться определенными результатами. Одна из таких семей Самойлины. Максиму 6 лет, но он еще не сделал своего первого самостоятельного шага. У мальчика ДЦП – последствия травмы при родах. Он кушает сам ползает и садится. Врачи прогнозов на то, что ребенок будет ходить, не давали. Родители отдали мальчика на занятия в центр реабилитации. И буквально через полтора месяца увидели результат. Ребенок начал самостоятельно ходить с помощью тростей, то есть передвигаться намного лучше, опора стала лучше, ну, за руку он ходит замечательно сейчас, а это всего за полтора месяца, то есть в других медицинских учреждениях получилось так, что мы этого не добивались и за год. Мария связывает успех с комплексным взаимодействием высококлассных специалистов, уникального оборудования и авторской методики. Медики обещают теперь, что Максим будет ходить. Самому младшему пациенту здесь 5 лет, самому взрослому – за 80. Мы занимаемся в основном патологией костно-мышечной системы, но сейчас данный центр, как вы видели, оборудован по системе «Доступная среда», поэтому мы имеем возможность и опыт работы с пациентами маломобильных групп населения, то есть это инвалиды-колясочники, пациенты после переломов позвоночника, спинальные травмы, реабилитация после протезирования суставов, то есть замена крупных суставов. Это дети с ДЦП, дети с серьезными диагнозами, то есть мы берем и детей с аутизмом, и с различными отклонениями. Открытие бассейна при центре позволит заниматься с детьми самого раннего возраста, начиная с 3-4 месяцев. Также в планах оборудовать бассейн специальным устройством для погружения, которое смогут использовать люди с нарушением двигательных функций. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.